назвали ей номер машины, марку машины, и она говорит: керамогранит. Типа два палета какого-то керамогранита, ну плитка. Ну, естественно, мы отказались просто, да и все, потому что по зеленке сейчас мы за бесплатно не работаем, чего, как говорится, и вам желаем. Да, да, да. Угу. Чтобы, блядь, сэкономить, потому что, хуля, давай Яндекс зрачит, там, в комментарии писать: ребят, надо дотянуть, там, еще сверху плюс 1000, там, дойти. Ну, короче, такая какая-то, блядь, дурость. Но... Ну, что самое интересное, да, здорово, дорогие друзья. Всех рада приветствовать на нашем YouTube-канале под названием «Ради голды». Меня зовут Дмитрий. А по традиции все так же, моего брата зовут Александр. На часах у нас уже 10:50, сегодня у нас воскресенье, 23 июня. Коэффициентов на данный момент, да, и сегодня в течение дня, скорее всего, не будет, поэтому задача простая, выполнять. Ну, опять же, посмотрим, как все это дело будет приходить, не приходить, но если такие заказы будут, то я думаю, что будут выполняться. Заказы с двумя грузчиками, карта 6, минус 6. Дальние поездки, дальние подачи или просто машины, это все мы пропускаем, поскольку они и так не особо оплачиваются, а уж тем более по зеленке, ну, вообще никакого смысла выполнять нет. Что, мужики, хотелось бы начать это видео с того, что плохо мы думаем о людях. Плохо мы с братом думаем о людях, и вчера, когда выполняли зеленый заказ, получается, попросили с клиентки доплату 500 рублей. На что она там была с нами не согласна, посчитала, что нам не за что доплачивать, и... пытались хотя бы 300 попросить, но так ни на чем и не сошлись. И по итогу мы с братом думали, что она оставит нам, ну, плохую оценку, единицу. Но потом в ходе разговоров пытались, то есть, ну, как бы с ней разговорились нормально, то есть пытались вывести все это дело на какую-то ноту. И в конце концов, как говорила моя бабушка, язык до Киева доведет. Язык до Киева довел, и она оставила нам даже пятерку. Пятерку оставила, даже не единицу, вот. Поэтому как-то так, какие-то такие пока что новости. Желаю вам всем приятного просмотра, ну а мы начали. Так, ну что, мужики, на часах 10:56, только что приходил заказ вот такой вот, два грузчика, средний кузов. Он был с минус 6, зеленый, соответственно, две точки. Амурская улица 42 и улица Константина Федина 8. То есть, ну, вот такой вот коротенький. Наличная оплата. Пытался дозвониться, и пока звонил, заказ отменили. Скорее всего... это, ну, кто-то балуется, просто-напросто проверяет, приходят ли заказы там и так далее и тому подобное. Потому что, да, если бы кому-то было нужно, никто не отменяет, хоть и наличное, хоть и безналичное, и поднимает телефон. Поэтому ожидаем следующий. Тем более средний курс. Ну, поэтому ничего страшного, ожидаем. Хотите следующий. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе «Эксперт Парк 2.0» комиссии всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с «Эксперт Парком». Ну что, парни, расклад у нас какой? 11:48 на часах, просидели мы, получается, уже около часа. Находимся в районе Люберец. Приходил вот такой вот заказ. Котельники, Новоизанское шоссе 5 на 6-ю Кожуховскую улицу. Получается, заказ был корпоративный, как вы видите, он был отменен с минус 10. Вот. Получается, позвонили, заказ корпоративный, девушка сказала, что... ну, типа, спрашиваем, а что повезем? Ну, смотря, типа, как вы приедете, типа, первее или попозже. Две машины заказаны. Изначально сказала, что будет какая-то плитка просто и межкомнатные двери. Потом давай уточнять, назвали ей номер машины, марку машины, и она говорит: керамогранит. Типа, два палета какого-то керамогранита, ну, плитка.
Ну, естественно, мы отказались просто, да и все, потому что по зеленке сейчас за 2000 рублей, ну, даже если за 3, блядь. Плитку тягать камагранит, ну, не, спасибо. Еще и корпоративно. Ну, спасибо да, большое. Ожидание оплачиваться не будет, не. Мы, конечно, ёбнутые, но не настолько же, пацаны. Спасибо большое, но пускай другие ребята это делают, мы на такое не готовы. Мы лучше, если ничего больше не удастся, поедем домой спать и все. Завтра уже будет понедельник, будет уже повеселее, будет уже какая-то работа, будут работать промки, будет побольше участников. А сегодня, блядь, воскресенье. А самое главное, что завтра уже будет хотя бы коэффициент. Какие-то коэффициенты должны начаться, ну, все-таки будние дни. Поэтому как-то... Вот, поэтому, ребят... Мы за бесплатно не работаем, чего как бы и вам желаем. Да, да. Так, парни, ну что, 12.13, приходил вот такого заказа, наличку, два грузчика, большой кузов, потерпев посад, конечная точка. Долгая поездка, то ли 116, то ли 118 километров, наличная оплата. Естественно, мы его не принимали, три точки. Мы с коэффициентом 2000, там, с копейками ездили в Сергиев Посад и остались не особо-то довольными. А здесь, тем более, зеленый заказ, ну какой смысл туда ехать? Какой-нибудь же дурак поедет, блядь. Сейчас один ТС забью, парни, покажу вам, какая будет стоимость предварительная. Ну вот по клиентскому приложению даже один ТС еще поглю. Сейчас посмотрим вместе. Ну что, друзья, готовы ли вы это увидеть? Смотрите. Любецы, потом, соответственно, Балашиха, вот вел я все это дело. И садовое товарищество Мосфундаментстрой. Вот два грузчика, кузов L. Подача в течение часа 7240. Подача как можно скорее 8550. Ой, блядь, долгая поездка 116 или 118 километров. Итого у тебя будет на кармане чистыми 1005. Ну и с этих 1005 получается минус топливо, минус то, что ты заехал купить где-нибудь там водички, где-нибудь немножко там перекусить, да, условно по шорме. Получится сколько? Ну, 3000. Итого получится водителю 2000. 1000 за грузчика и 1000 за машину. И грузчику, соответственно, второму тоже 1000. Классно? По-моему, вообще отлично просто, блядь. Проебал целый день, заработали по 1000. И а где-нибудь еще пробили колесо. Да, или прилип, и у водителя, сломался. И водителю прилипло, блядь. Или вообще там в минусе потом, ну. Ну, короче. И сам потом, знаете, как ребята представил картину там, ну мало ли там техника, бывает же все, колесо пробил, хуй с ним, у нас хоть колесо запаска есть, жгуты эти есть, можно, и смотрите, сломался, и получается, чтобы, блядь, сэкономить, потому что, хуля, давай Яндекс зрачить, там, в комментарии писать, ребят, надо дотянуть, там, еще сверху плюс 1000, там, докинуть, ну, короче, такая какая-то, блядь, дурость, ну. Ну, что самое интересное, да, наверное, кто-нибудь найдется, потому что неграмотных ребят очень много. Найдется. Это, во-первых, а во-вторых, желающих заработать тоже очень много. И есть ребята, которые работают по такому принципу, как в такси. То есть вот прям приходит заказ, сразу же хлоп, принял его и вообще не смотрит ничего, ему все равно. Долгая поездка, значит, долгая поездка. Недолгая, значит, недолгая. И ездит, куда его, как говорится, отошлет. А оттуда уже пытается что-нибудь поймать. И по итогу возвращается в Москву бесплатно, без заказа и делает плаки-плаки по чатам. Поэтому, парни, работайте грамотно. Немножко иногда стоило бы включать голову. Да, просто сами даже видели, пацаны. Ну, понятно, в субботу по Яндексу ничего особо не было. Но и свои клиенты есть, которые там платят, грубо говоря, и 11 тысяч вон по Москве за 2 часа выполнили. И второй за 7400 платит, выполнили. Так а нахуй я поеду 116 километров, когда он по-любому там, ну, может, не по-любому, но даже если мы берем по хорошей цене 8500, но это без кэфа, пацаны, а без кэфа ожидание не такое считается. Ты будешь грузить, как говорится, и плюс еще, блядь, две точки. А, и, короче, все нормально. Короче, все отлично, парни, ожидаем следующий, но с большей вероятностью, скажу вам честно, скорее всего, сегодня мы пососем песос и вскоре поедем домой. Ну, ничего страшного. Время сейчас... 12.17, ну, до часу точно сидим, может, немножко побольше сидим. Да, там уже посмотрим. Но... Пока по планам, да, посидеть до часу, посмотреть, что будет вообще, не будет приходить. Если что-то такое с минус 6, и вот, ну, адекватное, выполнили. Либо с минус 2, ну... Ну, как бы, выполним. В плане имею в виду, что, ну, нормально, коротыш. И обязательно, чтобы было два грузчика, потому что если да, просто да, машина, да, то за 1000 рублей отвезти, за 1200.
Какой смысл? Вот. И что, парни, хотелось бы еще вот от себя добавить? А, ну и если мы же, понимаете, созваниваемся, есть там будет адекватно. Если, блядь, как у этого плитка, либо какие-нибудь, блядь, шкафы советские, ну, как бы, такого нет смысла тягать. Да, мы и такое можем вытянуть, но хотя бы, чтобы с кайфом, чтобы ожидание, блядь, когда ты погрузка, участвуешь, ты как бы работаешь, и, блядь, такелажные ремни там где-то применяешь, но хотя бы, чтобы оно оплачивалось. А бесплатно такое, понятно, вы же знаете, ребят, мы такое тягать не будем. А если и будем, ну, если только договоримся, как говорится, о доплате нормальной, адекватной. А, ну, это очень маловероятно, это потому да, что по Яндексу люди если вызывают, по Яндексу люди вызывают по зеленому заказу, когда нет спроса, то да. Эти люди, как мы вчера с этим уже столкнулись, не готовы не доплачивать, ни на что не готовы. Не-не, даже вот вчера, пацаны, ничего не пришло, вот мы посмотрели, ну, там, не, как вот, там, не предупреждение, что доплату, никто не пожаловался. Но даже вот, ну, по телефону договаривался с ней, говорю, у вас матрас не соответствует, ну, габаритам, как бы, в Яндексе, там, 300, у вас матрас, он 160 на 200, то есть, получается, 300, ну, и плюс это еще, да, ну, там, да, 40 да. Накидываете, там, 20, но это не считаем, это уже 360, он не соответствует, я ей на это, как бы, указал, говорю, вы не волнуйтесь, говорю, мы, как бы, можем сделать, но давайте, чтобы и вам, и нам было хорошо, типа, вы нам накинете 500 рублей, и мы сделаем оно. Да-да, без проблем, если все нормально сделаете. В итоге, ребята, пока чуть-чуть ожидания, то да сё, пока таскали, 3800 была цена, и она такая, хуяк, 4 скидывает. Я говорю, так, девушка, а мы же с вами договорились, ну, 500 рублей, вы, говорю, еще 300 накиньте. Она с недовольным ебалом, ну, накинула. Ну, как бы, вот, вот, мужики, вот и все, вот и вся, как бы, работа по зелени. Не ноем, ничего не ноем, просто делимся своими наблюдениями. А вот, блядь, не поверите, а когда какой-то вот заказ более-менее адекватный, там люди более идут на уступки, более они как бы расположены, блядь, доплатить, когда он вот нормально, как бы, и с кэфом, там цена неплохая. Ему что-то раз-раз скажешь, да, не проблема, блядь. Ну вот приезжайте, так. Посмотрите, решим. Но это, парни, поэтому... это не значит, что именно там. Бывают и здесь люди нормальные. Но, блин, как правило, парни, конечно, вот честно. Это очень большая редкость. Если зеленый заказ, если не, выходные. Это, парни, редкость, да. Если человек выжидает выходных, чтобы не было спроса в Яндексе, да, и да, упала да, цена, да. Или это будний день, и получается уже да. Время часов после 5, после 6 вечера, то, соответственно, надеяться на что-то на этих клиентов не стоит. Что еще, парни, вот от себя пока добавлю? Вот из этого видео, не знаю, выпустим мы его, не выпустим, решим выпускать, не решим, вы можете сделать вывод, вот стоит вам выходить вообще в воскресенье, либо просто, ну, дома, вот, типа, почилить. Ну, типа, либо, ну, блядь, если уж нехер делать, ну, можно, как нам, ну, решили мы выйти, что мы потеряем? Ну, немножко минус, да, типа, по топливу, ну, и все, и время ты потратил. Ну, просто я, если были бы дела там у меня, у Димы, мы бы ими позанимались, а поскольку, как знаете, как... Ну, просто решили, как бы, ну, выйти. Мы знали, что не будет кайфа, но думаю, ну, хотя бы такие коротыши повозим. Но как-то вот сегодня все плачевно, но это было предсказуемо. Потому что даже пятница как-то она говеная была. Суббота вчера тоже как бы говеная была. Чисто вот в Яндексе там 5 рублей удалось 5 заработать. 5 удалось заработать, да, каким-то чудом. Думайте сами, решайте сами. Так это при том, при всем, пацаны, что мы с двумя грузчиками, то есть заказов у нас больше. А прикинь, ты просто на машине выехал, ну ты, скорее всего, вообще там будешь отсасывать, блядь. Ну, вот и все. Ну, типа, просто ты, как бы, у тебя, блядь, услуга грузчика отключена, и плюс у тебя еще, блядь, наличка отключена. И на что ты рассчитываешь, выходя, допустим, в субботу и воскресенье? Суббота и воскресенье, да, уже нужно во всеоружии выходить, потому что суббота и воскресенье – это переезды. Переезды они есть, но это, ребят, если в этом месте нет, это нужно искать. Нужно, блядь, ехать в центр. А в центр не хочется ехать, а поскольку в центре ты будешь стоять, тьфу, блядь, не стоять, заказы-то будут их, ну, как бы найти-то не проблема, но просто неохота даже их искать, тратить, блядь, бензин, нервы по зеленке. Вот, хотя бы здесь где-то на райончике, где, блядь, спокойно ты припарковался, нахуй, потихонечку эти коробки там, какой-то диван, блядь, ходишь разобранный, дураком, шкаф, блядь, да, но... дураком ходишь, там что-то подзаработал, так. На отъебись, как говорится, время убить свое, блядь. И все. Это, ну, как выходишь, не для заработка, а именно время убить. Потому что мы знаем, что ничего мы тут не заработаем. Да, можно было бы вот на этот заказ поехать. Может быть, там было бы много вещей на этот, на дальний. Но, мужики, блядь, вы поймите, это нахуй минимум полторашку сразу отнимай. 116 только в одну сторону, блядь.
Ну и ну полторашку на бенз. Я же говорю, что ты заработаешь? Мы тогда вам, блядь, продемонстрировали. С двушкой даже мы ехали, ну куда. А тут, блядь, по зеленке 7 и 8 500. Ну, типа 7600, 8500. Да нахуя я вертел такие цены за 116, короче, 120 километров округляем, потому что еще ж подать надо клиенту машину. Это я так уже взял. Ай, короче, ну что, пацаны, такая сегодня как типа как нытье. Ну, я вот так считаю, блядь. Потому что, парни, смотрите сами, никого ни к чему не призываем. У каждого своя же денежная ситуация. У кого-то машина в аренду, блядь. У кого-то квартира в аренду. Мы это, ну как, делаем, блядь, на отъебись играючи. Ну, то есть нет такого, что вот нам надо, блядь, именно заработать. Просто как, пацаны, от нехуй делать, выходишь, чисто время убить. И все, ну, не более того. Все. Так, ну что, ребята, у нас уже активность уменьшается. Пришел еще один заказ с минус 6. Зеленоподольская улица, подача была 6,2 километра буквально, поэтому он был с минус 6. И надо заказ был в Химки, на другой конец Москвы, вон, сами видите, активность минус 6, ближняя подача. Безналичная оплата, мы его не принимали, два грузчика, большой кузов. Ой, нахуй нам это надо, вот честно. Да. В Химки эти ехать. Каратэш еще вот такой, знаете, блядь, километров 5-10 взять, еще нормально. Ну не в Химки же ехать. Это не. Сколько? Блять, ну 30, наверное, ну, 30, да? Наверное, 5, где-то, но... 35 даже или 32 километра. Ну да, через Трешку, блядь, туда и к самым Химкам. Ну, короче, ну, все. Потом отлично. Оттуда возвращаться бесплатно. Да, все отлично. И ехать домой делать блаки-блаки, поэтому мы его не принимали. Ну что, друзья мои, на часах у нас уже 1:30, час 22, находимся все еще на линии, больше заказов не было, да больше-то мы ни на что и не надеемся, поскольку едем домой. На сегодня хватит, на сегодня отработали, на сегодня передаем эту ношу другим ребятам, другим водителям, желающим поработать и желающим отработать, да, как говорится, повозить корпоративные заказы. Ой, блядь, с гранитом, с граненой плиткой, но два палета, 1,5 тонны, если, блядь, не все две, нахуй, два грузчика, где ожидание не оплачивается, где цена, блядь, выйдет, нахуй, 2500-3000. А самый, что, типа, прикол, когда мы ей сказали, ну, блин, так что... Расстроилась такой, знаешь, угу. Таким голосом. Ну, ой, ладно, ну, тогда отменяйте, ну. Да, отменим. Ну, короче, мы сами говорим, отменим, да и все. Сейчас, блядь. Ну и в конце концов, друзья мои, данное видео подходит к концу. Спасибо вам за то, что смотрели его до самого конца. Не забывайте оценить его своими лайками или дизлайками. Не забывайте писать в комментариях свои результаты в эти выходные. Если вы работаете в Яндексе, удалось ли у вас хоть что-то выполнить, было бы интересно почитать. На этом все. Всем пока.